С сентября прошлого года те, кто собирается оформлять визу в страны Шенгена, должен пройти обязательную процедуру дактилоскопии. Раньше для этого нужно было ехать в консульство или визовый центр, ближайший пункт в Краснодаре. Теперь сочинцы смогут сдать отпечатки пальцев, не выезжая за пределы города, в туристическом агентстве «Бутик Тревел». Специалисты визового центра для принятия документов и сдачи мобильной дактилоскопии приезжают прямо в офис бутика путешествий. Биометрию можно пройти для получения виз в Испанию, Чехию, Австрию, Словению, Исландию, Мальту, Португалию, Эстонию, Литву, Данию и Грецию. Услуга полностью безопасна. После того, как человек сдал отпечатки пальцев, они сразу попадают в визовый центр. Вот, не хранятся на этом устройстве. И уже на следующий день они попадают в обработку в консульство в Москве. И начинается процесс обработки документов. Услуги по снятию отпечатков пальцев в «Бутик Тревел» будут оказывать раз в месяц. Так как возможность доставки в Сочи сертифицированного оборудования для мобильной дактилоскопии ограничена. Следующий визит визового центра в бутик путешествий – это 15 апреля. Предварительная запись по телефону 227-08-08. «Бутик Тревел» находится в торговом центре «Атриум», офис 328.